Урожай на миллион. Дельцы Великобритании нашли необычное и, должен сказать, прибыльное применение заброшенному бомбоубежищу. Превратили его в ферму по выращиванию конопли. Подробности расскажет Светлана Чернецкая. Местная полиция отдает должное креативности злоумышленников. Лучшего места для незаконного бизнеса не найти. Бункер находится под землей в малозаселенной местности. Более того, попасть в сооружение без приглашения невозможно. На входе массивная дверь, которая выдерживает ядерный взрыв. К тому же закрывается изнутри. Полицейские даже и не пытались ее взломать, понимая тщетность усилий. Спецоперацию они провели в полночь. Дождались, когда трое бизнесменов выходили из бункера. Чилмаркское бомбоубежище построили в 80-е, в разгар холодной войны, чтобы в случае ядерного удара защитить правительство и местных чиновников. 20 комнат на двух этажах преобразили до неузнаваемости. Заброшенные помещения переоборудовали в теплицы и снабдили специальными лампами для культивации конопли. По приблизительным подсчетам, здесь более 1000 кустов марихуаны стоимостью 1 000 000 фунтов. И это точно не первый урожай предприимчивых фермеров. Кроме троих задержанных владельцев, внутри обнаружили еще троих садовников. Самому младшему всего 15. Судя по обстановке, люди не покидали бункер. И полиция подозревает, что их удерживали принудительно. Объемы производства, его техническое обустройство потрясло специалистов по борьбе с наркотиками. Впрочем, это уже не первый раз, когда заброшенные здания в Великобритании используют для выращивания конопли. В прошлом году урожаи поменьше нашли в здании старой школы в Бирмингеме. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».